Москве подвели итоги минувшего сезона RDRC. В торжественной обстановке организаторы наградили победителей чемпионата и обладателей специальных номинаций. Напомним, что быстрейшим пилотом в классе US стал Роман Семушин, в классе FSB — Сергей Мудрик, а в классе FSA — Андрей Муленко. Что же до категории «Гандикап», то там победу одержала Анастасия Борисова. Сезон прошел отлично. У нас большое количество участников, рекордное в этом году было. У нас появились абсолютно новые проекты и новые машины, особенно в самом старшем классе. У нас прибавилось количество дрэгстеров. И вообще дрэг-рейсинг стал выглядеть так же, как он выглядит во всем мире уже, и уже не отличишь. Мы смотрим на наших старших товарищей. И в прежнюю очередь, это, конечно, Европа, чтобы быть полноценным участником европейских чемпионатов. И у нас, конечно, в планах принимать чемпионат Европы или Кубок Европы на территории России. Вот. Ну и, конечно, законодатель мод – это Америка. И поэтому все лучшее мы приносим сюда не только для того, чтобы быстро ездить, для того, чтобы привлечь как можно больше и пилотов, и зрителей, чтобы эта дисциплина в России развивалась и была массовой. В следующем сезоне чемпионат RDRC ждут большие перемены. Организаторы планируют скорректировать формат, объединив все серии и клубные турниры. Таким образом, на старт каждой гонки будет выходить не менее 200 пилотов, что сделает чемпионат более зрелищным и интересным. Кроме того, количество туров увеличится с 4 до 6. 5 из них пройдут в Москве и один финальный в Грозном. Тем временем на картодроме Forza Karting состоялся второй этап любительского чемпионата IMOL Mix. И хотя сезон, по сути, только начался, борьба на трассе уже не шуточная. Интереса добавляет и то, что пилоты гоняются на новых машинах с другими моторами и резиной. Вчера была у нас очень плотный финиш, очень плотная гонка. У нас на финише после почти 4 часов 5 команд были в одном круге, да, и боролись до последнего. И очень интересный еще момент был то, что у нас Best Lap, лучший круг, до тысячных показали два пилота разных команд, которые боролись за первое-второе место. По итогам второй гонки победу в самой быстрой группе А одержала команда «Ракета». Первыми в группе Б стали пилоты No Name, в группе С — Seat. Минувший этап стал последним для турнира IMOL Mix в уходящем году. В следующий раз участники чемпионата встретятся на трассе уже после новогодних праздников.